ехали, я ехал третий в колонне, и первую машину в колонне подорвали резко. Мы все выскочили из машин, легли вдоль дороги, потом взорвали вторую машину, и мы побежали все обратно. И вот там по группам все разбились, те, кто кого знали, все вместе пошли. Я пошел, старшина мой и два еще с нашего полка контрактника. Мы побежали в сторону населенного пункта. Там взяли у дедушки машину, в нее сели и поехали. И через минут пять нас снова обстреляли, мы выскочили, убежали в лес. В лесу были до темноты, сидели. Потом увидели красное здание, зашли в это красное здание, это оказалось свиноферма. В свиноферме там посидели, мы переночевали ночь, по лесу пошли, по полям шли. В итоге вышли в этом село Камыши. В село Камыши мы само не заходили, шли по огородам сзади домов. И шли, и как увидели первого мужчину, подняли руки, он тоже махнул рукой, и мы подошли к нему. Он сказал: вы что? Мы сказали, что мы сдаемся. И он сказал: сдавайте оружие. Мы отдали местным мужикам оружие, бронежилеты, шлема. Мы загрузили и сказали, что мы едем к границе на 3 дня. Какой границе? Границе к Украине. Вот. Но нам многое не договорили. Мы поехали, получается, до границы и переехали через границу. Какое это было число? Это было с ночи с 23 на 24. Чего? Февраля. Какого года? 2022 года. Вот. Мы поехали. Нам ничего не сказали, куда мы. Потом мы знали, что мы поехали. Нам сказали чисто к границе и поедем на 3 дня. Мы приехали сюда, и здесь нас встретили не очень дружелюбно изначально. Чем это выражалось? Это выражалось тем, что наши танки, гусеничная техника вся ехала, было все нормально, а потом получается... Наши начали бомбить. Кого? Население. Население, как говорят, воинские части должны были бомбить, но мирное население оказалось. Потом, получается, мы ехали в колонне, и у нас заглохло БМП. Мы начали звать помощь из наших сослуживцев, но нам никто не помог. Они все уехали, возле нас взорвался баллон кислородный. И они уехали, испугались, наверное. БРМ-ка у нас заглохла. Мы взяли и ушли в лес. Был я, командир, еще 5 человек было у нас. Можно сказать, экипаж БРМ. Мы ушли в лес и где-то 3-4 дня скрывались в лесу, пока нас не нашли местные. Вывод в том, что ни в коем случае не едьте сюда. Ни за какие деньги, ни за что вообще. Жизнь важнее, чем вот это все. Скажи, что здесь происходит на самом деле? На самом деле здесь хаос. Здесь происходит... Непередаваемо, как объяснить вам? Война здесь происходит. Скажи, мы нуждаемся в освободителях? Никто ни в чем не нуждается. Ни в освободителях, ни в завоевателях. Нужно жить мирно. Вот. Все.
все мои слова, которые я вот могу выделить.